Проходите. Вот сюда, вот. Здрасте. Еще 7 семей в минувшие выходные из категории обманутых дольщиков перешли в статус счастливых обладателей новеньких квартир в поселке Солнечный. Все это случилось благодаря фонду поддержки пострадавших соинвесторов жилья и застройщику с многолетним опытом компании «Кронверк». 7 ключей от современных квартир на проспекте Героев Отечества были переданы обманутым дольщикам ЖСК «Стройинтерсервис». Сегодня, конечно, радостное событие не только для фонда, но и для жильцов, для членов ЖСК «Стройинтерсервис», потому что сегодня 7 семей получили ключи от своих долгожданных квартир. У нас программа фонда работает до 2023 года. На сегодняшний день было уже подано 120 заявлений из 198. Вот. До конца года планируется еще 26 квартир передать членам ЖСК «Стройинтерсервис». И как бы, план у нас такой до 2023 года в год по 50 квартир. Но с такими темпами, как «Кронверк» строит и вводит дома, мы думаем, что быстрее закончим эту программу. Семья Насоновых ждала свою квартиру 7 лет. Уже и не надеялись, рассказывает глава семейства. За счет вот фонда мы сегодня получили квартиру в этом доме. Но до сих пор не верится, что спустя 7 лет у нас все-таки появилась квартира. Наконец-то получилось. Несколько лет назад мы думали, что уже навряд ли мы когда-то получим документы квартиру. Документы уже думали выкидывать просто от «Стройинтерсервис», потому что никаких надежд вообще не было. Дом нравится, уже потрогали, батареи горячие. В принципе, конечно, здесь нравится. Да, и зал большой, и комната большая. Вот. Ну и район здесь очень хороший. Надо отдать должное тоже собственникам, которые прикладывают сейчас и уделяют большое внимание. Это внимание как бы качество жилья, дворовые, все эти детские площадки, благоустройство этого двора. И, естественно, сразу, когда передаем мы дом, уже в нем есть тепло, вода и свет, то есть он полностью заходите, люди и живите. Есть также программа, которую мы производим, если и коммерческая, есть квартиры, которые с ремонтом. Новое жилье – это не просто 180 квартир. Это целый спортивный комплекс во дворе и детская площадка с безопасным резиновым покрытием. Дома от компании «Кронверк» – это еще и надежность. Все подъезды оснащены современной системой распознавания лиц, которая позволяет вести запись всех, кто заходит в дом. Ну что, пробуем? На счет три. Раз, два, три. Пошли. Не торопитесь, не торопитесь. Только аккуратненько, аккуратненько. Увлекательные состязания и мастер-класс по изготовлению новогодних украшений не дали заскучать даже самым маленьким, потому что компания «Кронверк» заботится не только о качестве своих домов, но и о тех, кто будет в них жить.